Ну что, пускаем, Кристиночка? А? Ух ты! Всем привет, я канал Принцесса Кристина, с вами Мипси Парк! Всем привет, вы на канале Принцесса Кристина. Сегодня мы пришли, Кристинушка, даже не в парк, а мы пришли на стадион, на свежепокошенном газончике. Кристинушка даже разбулась. Сегодня мы будем босиком здесь бегать, Кристина. И что мы сегодня будем распечатывать? Мы сегодня будем распечатывать летающего человека-паука. Давай мы его покажем. Вот такой вот с крылышками на руках. Будем его запускать и надеемся, что он у нас полетит. Ну, по идее, должен полететь, Кристинушка. Мы когда-то уже вертолетик запускали, и он у нас тоже летал. Так, ну что, Кристинушка, давай доставай коробочку нашу со Спайдерменом и посмотрим, что у нас здесь. А ну-ка, показывай. Вот такой у нас красный Спайдермен. Да, я покажу. С крылышками. По идее, он когда раскрутится, крылышки у него поднимутся, и он куда-то должен будет полететь вверх. Как ты думаешь, полетит? И, собственно, сама вот эта вот запускалка, которую нужно будет потянуть, Кристинушка, и он вот так вот должен, по идее, раскрутиться. Я так думаю, он взлетит. Ну что, давай вставлять? А ну-ка, Кристинушка, давай попробуй сама вставить и запустить. Есть. А теперь сильно тяни. Ой, надо немножко сильнее, Кристинушка, тянуть. Давай еще раз попробуем. И тяни. Ой. Ну что, пускаем, Кристинушка? Ух ты! Здорово! Давай еще раз. Держи за рукоятку. Еще пару тренировок и все получится. Получилось, конечно, получилось. Давай еще раз. Вытягиваем ручку и сильно тянем. Вот так. Ура! Спайдермен взлетел. Всем пока-пока, спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Лайки. Лайки.